Здравствуйте, дорогие друзья. Ну вот решил сегодня вырваться все-таки хоть на вечер, но попробовать половить. Причем ловить я буду на фидер, причем на один. Чисто фидерная ловля на один фидер по всем правилам. Что из этого получится, не знаю. Погода отвратительная, ветер юго-восточный очень сильный, будет сейчас мешать. Но есть такое желание попробовать все-таки посидеть. Что из этого получится, посмотрим. Вот, ловить. Крышку убрать, а то ветром снесет. Ловить буду кукурузу, червь, опарыш, кормить. Вот такой фидерной прикормкой, ребят. Ну, есть дунаевская. Вот, и есть вот такая. Без опознавательных знаков сектор. Ну, сказали, что замечательная прикормка. Куплено специально для этого дела ведро. Так, ну, это запасные части. Так, сейчас сюда высыпаю. Немножко насыплю геркулесика для бели. Вот. И, наверное, попробуем мы вот этот сектор. Высыпаю пока пачку. Много насыпать не буду. Если надо будет еще, потом все сделаем. Так, у меня в ящике, сами видите, бутылки со льдом. Это чтобы, вот, кстати, опарыш, он даже и еле шевелится, охлажден хорошо. Ну все, сейчас будем замешивать. Да, добавлю сюда еще в этот корм вот такого ароматизатора. Он хоть написан для насадки, ну ничего, мы сейчас в прикормочку его напихаем чуть-чуть, и все, буду готовиться. Так вот, так как до воды достать, ну, ведро с веревкой брать, то я еще из дома прихватил воду, что не совсем правильно, но положение, в общем-то, безвыходное. И ловить буду вот на свой фидер Антракс до 410 ньютонов у него. Ну, кормушечка у меня легкая. Здесь тяжелая не нужна, течение не сильное. Ну, кормушка 40 грамм. Сделана в скользящем варианте. То есть самое простое, что можно было придумать. Ну все, сейчас готовимся и начинаем. Ну вот, все у нас в рабочем состоянии. То есть ящик, на котором сижу, перед ним прикормка в ведре. А вот он, для поддержки удочки стоит, и удочка вот там. Ну, конец вроде ветром не особо шатает, так что если поклевки случатся, то что-нибудь может и получится. О, первая попалась. Вот такая вот плотвичка. Ну, попалась хорошо, ну и за это дело отпустим. Она такая не нужна. Червя с опарышком. Вот такой вот окунь позарился. Причем зря он так позарился. Доставать с трудом придется крючок. Погода, конечно, совершенно не для такой рыбалки. Не для фидерной рыбалки. Ну, с другой стороны, брала бы она и на такой, брала бы глубине. И ветре.
ветер прям вот так в лицо, практически в правый глаз. Так, попробуем еще забросить. Поклевочка была. Может и что-нибудь и получится. Ну, по крайней мере, как сын у меня говорит, поклевка состоялась, рыба поймана, рыбалка состоялась тоже. Долго я не выезжал на всякие вот такие рыбалки. Ну, вы, кто смотрит мой канал, могли видеть, мы внуков тренировали, натаскивали, готовили им спиннинги, учили забрасывать. Все доведено до нормального состояния. Теперь осталось им только попасть в рыбу. И так-то уже на рыбалку утаскивают, сломя голову. А уж если в рыбу попадут, ну тогда поглядим, что будет. Ну, вроде тычочек опять маленький какой-то произошел. Но ветер, конечно, это нечто. Вот он, бандюэль. Кукуруза сладкая. Сейчас попробуем. Ну, две поклевки уже было. Уже, как говорится, не зря сижу. Правда, не поймал толком ничего, ну ничего. Вот так вот, одной хватит. У нас рыба не балованная. Так, и набиваем кормушечку. Пойдет дело. Сейчас поглядим. Док у меня метровый, возможно, что длинноват, но ничего. Ух ты, дергает ведь кто-то. Подергуны, правда, такие не очень отчетливые, но они были. Ага, ну-ка, нет никого. Никого нет, ну ничего. По крайней мере, были поклевки на кукурузу. Это уже интересно. Опять кто-то дернул. Кукуруза-то им нравится, только никак не попадаются. О, что-то есть. Что-то есть. О. О. О, какая плотвичка. Это уже плотвичка товарная. Годится. Так, будем продолжать на кукурузу. Конечно, может быть, здесь бы лучше сработало или перловка, или пшеница. Ну ничего, все будет нормально. Ну рыб, конечно, не вот тебе уж прям такая, но все равно интересно. Как там у Задорнова было, смеркалось. Вон машины начинают подъезжать вечерние. Насаживаем червя и вперед. И будем сидеть до посинения. Ну, хоть поклевки есть, и то весело. А на рыбу что, нужна рыба, что ли? Нет, конечно, если бы как что-нибудь такое бы, густерка на полкило, лещ килограмм на полтора. Тогда да. С
слабенько. В общем, на кукурузу-то клюет, а толку большого нет. Но хочу сказать, что я, например, не переживаю. На особо что-то я не рассчитывал. И посмотрим. Смеркалось. Уже хорошо смеркалось. И поклевочки бывают, но поклевочки вяленькие и какие-то невзрачные. Вот такие вот дела. Но ловить было забавно, хоть и не очень продуктивно. Ну, как и в любом деле, фидер надо, по крайней мере, в этих местах осваивать. Может быть, надо было подальше кидать, ко второму урезику. Но поклевок насмотрелся и наподсекался. Вот ветер стих. Вот такая вот фигня пошла. Это не река, это какой-то пруд. Течения практически нет. Ну, сейчас этой зелени еще, он там 30 метров должно прогнать. Ну, очень медленно. Но зато вроде как бы ветерок немножко натих. Кто-то на червя дернул. Нежно-нежно. Лещ на это приклевывается, ага. Никак приклюнуться не может. Кто-то дергал. Слабенько-слабенько. Никого там нету. Никого. Никак не проплывет это пятно этой тины. Но две поклевки было, двух подлещиков я не вытащил. Сошли. Так что поклевки бывают, можно ждать. Но поклевки виловатые, конечно. О, дергает. И поклевки пошли на опарыша. Ну, сейчас опарыш червь, да, сейчас уже кукуруза не сработает. Опа, нету. Мимо косы. Опарыша трогала, но не очень. Сейчас мы ей червячка насадим. Вот. Правда, червь такой. Не наш червь. Это карасей ловить только на такого червя. Ну, сейчас попробуем. Насаживаешь 2-3. Нифига поклевок нет. Все. Тьфу-тьфу-тьфу, на удачу. Так. Кормик. Без корма на фидер ловить нельзя. Это не донка. Набил один раз. И пока шашлык не съешь, можно не беспокоиться. Сейчас вон там коряшка проплывет, за ней вроде почище. Вот такая сегодня вечерняя картина. Ага, кто-то дергает. Все-таки, даже в тине. Ну что, дернул два раза, все. Это не поклевки. Сейчас поклевка была страшная. Чуть удочка не улетела, а толку нет. Ну, не везет. Что такое не везет и как с ним бороться?
Опа. Кто-то трогает. Кто-то тронул. И больше не стал. Вяленько и осторожненько. Нет, кто-то еще не бросил. И не стал больше. Да, поклевочки есть. Ловить весело. Есть что-то. Что-то есть. Нету. Сошла. Елы-палы. А что-то было существенное. Что-то сегодня не везет с подсечками. Все нормально. И поклевки пошли, ничего. А что-то не так. Сейчас рыбка-то была вроде такая чувствительная. Но не повезло. Самое-самое такое время для густеры. А что-то она не хочет брать. Точнее, наберет, но очень-очень вяло. Наверное, все-таки температура 30-градусная. Вода теплая. Она вся цветет здесь. Господи. Ну, поклевки были такие существенные, интересные. Есть, все-таки в темноте что-то клюнуло. Что-то клюнуло. Более-менее приличное. Вот он. Вот он, галавль. О, галавль какой клюнул. Он какой красавчик. Ну, молодец, молодец. Хороший головчик, хороший. На этом я с вами, ребят, прощаюсь. Вот такая вот была рыбалка. Ну и бывают такие рыбалки, ничего страшного. Ну и все. До свидания.